Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня я хочу поделиться с вами новинками, моими покупками из магазина The Body Shop. Делала заказ я онлайн. У них всегда бывают очень интересные предложения именно онлайн. В магазине таких не бывает. Я мечтала приобрести у них три средства, которые для меня казались довольно дорогими, и поэтому я все никак не решалась. И на сайте была потрясающая акция. Просто случайно туда зашла, и вдруг я увидела, что 5 по цене 3 – это замечательно. То есть я могла приобрести именно те 3 средства, которых я мечтала, плюс 2 еще получить в подарок. Ну, я не знаю, больше у меня отговорок не было, я решила их приобрести. У них довольно интересные ингредиенты есть, и обязательно сегодня с вами кое-что попробуем. Первое, что я хочу вам показать, это вот такой вот ночной крем с гранатом. Банки я люблю больше тубы, чтобы туда не лазить пальчиком, но, однако, другого варианта не было. А я хотела попробовать именно вот этот крем без парабенов. Для кого это важно, сообщаю. Здесь огромное количество масел, которые стоят на первых местах. Какие ингредиенты мне показались наиболее интересными? Это каприлил-гликоль. Это натуральный элемент из плодов кокоса. Очень мощный увлажнительный и питательный элемент. Далее сквалан. Сквалан – это аналог кожного сала сквалена. И сквалан гидрирует из оливок. Японцы делают сквалан из акульего жира, тоже очень хорошие на него отзывы. Здесь растительные компоненты. Также здесь есть креатин. А креатин – это то, из чего состоят наши волосы и ногти. То есть, фактически, это укрепляющий компонент. Ну и, конечно же, что еще прекрасно, здесь есть кофеин, друзья. Это прекрасный стимулятор. Это ночной крем для лица. Под глаза он не кладется. Также его можно наносить на зону шеи и декольте. Буду говорить вам стоимость и объем. 50 мл, 1290 рублей. Итак, следующая моя покупка, это вот такой вот крем. Крем называется Neutrogenix. На 98% этот крем натурален. Он 100% веганский. Для меня это не важно, но для кого-то может оказаться очень важной информацией. Без парабенов, без силиконов, без глютена, без сульфатов. Все, что можно без. Знаю очень много хороших отзывов на него. В этой тубе 50 мл. Стоимость этого крема 1030 рублей. Одно из средств, которое я очень хотела приобрести, это вот такие вот прекрасные осветляющие капли для тонального средства. Если вдруг вы ошиблись с цветом, если загар сошел и зимой вы совершенно светлые, хотите осветлить свой тональный крем, при этом волнуетесь о том, чтобы его текстура не изменилась, чтобы сохранилась стойкость тонального крема, CC или BB крема, или даже консилера, это прекрасное средство для того, чтобы его осветлить. Очень незаметно одной капли этого средства хватает для того, чтобы осветлить ваш тональный крем на полтона. Вот с такой пипеткой средство, так что это очень удобно. Это Lightening Shade Drops, то есть такие осветляющие капли. Опять же, это средство 100% для веганов. Здесь 15 мл и стоимость его 1390 рублей. Следующая вещь, которую я очень хотела приобрести, и вы уже могли ее видеть в моих видео, где я накладываю ей тональные средства. Это кисть для тональных средств. Здесь два вида ворса. Одни ворсинки более длинные, другие более короткие, и это действительно так. Вот видите, здесь черные есть ворсинки и светлые. Это искусственный ворс специально для того, чтобы прекрасно вымывался тональный крем. Как правило, он бывает жирноват и плохо вымывается, именно поэтому здесь искусственный ворс. Всегда вообще покупайте кисточки с искусственным ворсом, если планируете им наносить тональный крем. Она очень мягкая. Вы видели, как я наносила ей крем, наверняка потрясающе. Очень хорошо ровно ложится, если, конечно, крем хороший тональный, то он не будет сильно полосить, но я рекомендовала бы вот так чуть-чуть прихлопнуть его всегда после кисточки и сравнять, если вдруг остались какие-то полосочки. Называется она Fresh Nude, на ней есть надпись, как вы видите, The Body Shop, стоимость ее 1090 рублей. Мне пришли в подарок по этой акции, я смогла забрать их бесплатно. Вот этот крем Neutrogenix и эту кисточку, о которой я просто мечтала, она оказалась отличной. И еще одна вещь, которую я очень вам рекомендую попробовать. Кто-то спрашивал у меня, как же подтянуть овал лица, как сделать так, чтобы кожа стала более упругой, особенно если есть уже какие-то серьезные возрастные изменения, поплыл овал, да, что-то неровное, что-то, в общем, вам не нравится. Благодаря этой акции я наконец-таки приобрела вот такой вот массажер. Он вот в такой упаковочке. Обратите внимание, что здесь есть изображение о том, как его использовать, однако я оставлю вам также ссылочку на видео и сейчас покажу вам, как
как им пользоваться. Довольно тяжелый. Это металлические шарики. Массаж можно делать лица с помощью масла. Именно поэтому сегодня я в повязочке нанесла уже свой вечерний уход. И теперь я хочу показать вам, как я делаю массаж. Роликовый массажер называется Oils of Life. Его рекомендуется использовать с маслом, их же, имеющим такое же название Oils of Life. Также его можно, я думаю, использовать и с любым другим базовым маслом. Не путайте, пожалуйста, масла пищевые, а также эфирные масла с базовыми косметическими маслами. Если вы не знаете, что это такое, почитайте, пожалуйста. Под свой тип кожи подберите именно базовое масло. Так, сейчас для массажа я буду использовать масло «Роскошь питания» от L'Oréal балансирующее. Нанесу это масло вначале на руку. Разогрею немножко в руках, нанесу на лицо и также на шею. Под глаза сильно наносить не буду, массаж под глазами не производится этим массажером. Движение, которое рекомендует делать косметолог, с легким-легким нажатием, сильно нажимать не нужно. Массажер и так довольно тяжелый. Вот от этого места делать вот такие вот движения. Легкое нажатие, если мы едем вперед, и чуть больше нажатия, если мы возвращаемся. Легкое, чуть больше. Легкое. Чуть больше. И таким образом, сколько вы сможете выдержать, сколько ваша рука не устанет, делайте. Доходите только до косточки вот этой. По мягкой части нельзя кататься. Вы почувствуете, как здорово разогрелось лицо. Также начнет улучшаться способность кожи впитывать все вещества. Обратите внимание, что мой овал лица, то есть вот эта самая кость, да, попадает ровно между роликами, вот таким вот образом, до подбородка и обратно. То есть до середины лица идем, вот так. И точно так же по второй части. Вообще у меня ощущения очень приятные, поначалу непонятно, немножко он довольно прохладный массажер с одной стороны, а с другой стороны вдруг лицо становится горячим. Кстати, делаю и рассказываю вам, обязательно обратите внимание на то, что нельзя делать массаж этим роликом, если у вас купероз или у вас розацея. То есть если у вас активно расширенные, прям полопанные сосуды на лице, вам нельзя это делать, потому что он увеличивает циркуляцию крови, то есть у вас еще больше расширятся сосуды. Обратите на это внимание, пожалуйста, это под запретом. Лоб. Все то же самое, но мы делаем все-таки больше вверх, слегка съезжаем опять же вниз, больше вверх, слегка вниз, вот так. Пол лица. И потом переходим на следующую половинку лица. Когда я делала это первый раз, мне показалось, что полбу больно. Просто такое ощущение, что кто-то ложкой бьет. Ну нет, сейчас уже таких неприятных ощущений нет. Скорее сразу же я чувствую приток крови. Не обязательно, на мой взгляд, вот так переворачивать. Я не вижу, честно говоря, разницы. То есть вы можете делать, как вам удобно. То есть держать, как удобно. В принципе, одинаково ездит массажер туда-сюда, как бы вы его ни повернули. Далее, следующее движение, которое делается для лба. С одинаковым усилием туда и обратно, туда и обратно. Повыше, чуть ниже спускаемся, выше и ниже. Ну, сейчас довольно видно, что мое белое лицо, абсолютно светлая кожа, становится розовой. Со мной это и бывает нечасто. Одинаковые движения вверх и вниз, вверх и вниз, до серединочки. То есть мысленно прочерчиваем вот такую вот линию. И ездим вначале по одной части лица, потом по другой, то же самое с шеей. Здесь как раз у нас страдает всегда шея от нехватки, да, массажа какого-то нашего внимания. Кто уже увидел, что там есть какие-то изменения, кстати, для второго подбородка, я думаю, будет полезно очень. Так думаю, но если у вас есть также лишний вес, как у меня, то вот здесь все равно будет видно, как бы я ни старалась его убрать. Я знаю прекрасные, кстати, упражнения, я знаю, что вы уже спрашивали про эти упражнения, но если будет лишний вес, то все-таки будет. Второй подбородочек виден, хотя у меня он не критичен, у многих женщин с таким же весом, как у меня, огромный двойной подбородок, но это из-за того, что я делаю вот эти упражнения. Смотрите, насколько это просто, ну совершенно несложно. Ох, как хорошо, такое приятное ощущение, меня этот массаж настолько расслабил, что я даже, честно говоря, стала просто засыпать. Обязательно оставляю ссылки на каждый продукт в описании к этому ролику, под кнопочкой еще, прямо под видео открывается полное описание. Для тех, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, я рада каждому новому зрителю. Также жмите на колокольчик наверху, и тогда вы не пропустите мои новые ролики. Если это видео оказалось для вас полезным, я жду ваши отзывы, особенно жду отзывы от тех, кто уже пробовал эти средства, особенно массажер. Пожалуйста, напишите мне, как он вам. Спасибо большое, что были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!